Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла. Как хочется светлых снов, как хочется добрых слов, как хочется, чтобы была любовь. Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого светлого? Некий беззаконный человек, снова собираясь на разбой, помолился тоже мне, стратег, перед ликом Девы Пресвятой. На иконе выступила кровь и спросила Дева у него: для чего ты, грешник, вновь и вновь распинаешь сына моего? Вы зевнете, скуки не тая, что мораль в наш мудренный век? Это я, мой зритель, это я, некий беззаконный человек. Здравствуйте, дорогие мои! Христос воскресе! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Егор Борисов, автор-исполнитель православный. Егор, я слышал, ты недавно приехал из монастыря. Я почувствовал такую вот, духовную потребность, что надо потрудиться во славу Господа. И так все чудным образом сложилось, что я думал позвонить как раз по этому поводу одному человеку. И получилось так, что я ехал на велосипеде по улице с выставки там на Васильевском. И этот человек откуда-то сам взялся и сказал мне: нам нужен работник, нужен надежный человек. Вот. А я человек ненадежный, но я рискнул. Вот. И, так сказать, потому что уже как бы ощутил какой-то вот внутренний, что ли, голод духовный какой-то вот, это вот, что вот уже нищает душа как-то, что вот в этом как-то вот в городе надо что-то делать. Вот, это была моя не первая уже поездка, и, видимо, я уже вот так вот изголодался в городе по вот какой-то вот такой жизни, и я поехал. И как-то я так думал, что, работа оказалась действительно ответственная, тяжелая, и, для музыканта там, никакой изящной словесности, суровая проза. А вот песня, которую ты исполнил первую, которая визитная карточка твоей деятельности вот творческой, она написана в монастыре, ты говорил, это, да? Это вот идея ко мне пришла, эта идея как бы давно была, потому что я этот сюжет знал давно, но вот это вот именно мелодия. А сюжет этот был старый, я его вычитал еще давно. Вот. Но вот у меня вот это переживание, что этот сюжет посвящен чудотворной иконе. Называется она «Нечаянная радость». Вот я даже ее... Она находится в Москве, я вот ее как бы сфотографировал. Вот. Покажи ее. Вот это там...
Ну, это известная икона, да. Да, это очень известная икона. Угу. Дело в том, что она хранилась у одного человека, ну, которого... Он был грешник и не скрывал этого. И однажды, идя к скверному беззаконию, он обратился к этой иконе архангельским целованием, радуйся обрадованная. И тут у младенца отверзошися раны. И он в ужасе упал и спросил, кто это сделал. И Богородица ему ответила, это ты. И тогда он в ужасе стал молить ее, что умоли сына твоего и Бога моего о мне, грешники. Потому что, видимо, его это тронуло до глубины души, что вот... А она ему сказала, ты и такие грешники, как ты, распинаете сына моего, яко иудеи. И он... И вот Матерь Божья по своей, так сказать, по своему милосердию стала просить сына своего, и Господь простил этого грешника, и, так сказать, вот почему нечаянная радость, что он был чудным образом отведен от своей вот этой вот уже закостенелой привычки идти к беззаконию, и так вот, что это для него, видимо, было такое просто. И Господь увел его от этого вот. Тебя вдохновляют такие сюжеты? Да, вот это меня очень тронуло, и я как-то вот сел за инструмент, и у меня вот эта вот мелодия, и я дело в том, что я не записываю, я не пишу песен, а вот именно придумываю, и как-то она у меня крутилась так целый день, и я вот возил тележку с навозом с этой мыслью, что это я этот человек. Понятно. Я тоже такой же человек. Ты говорил, что пишешь миниатюры такие, небольшие песни. Ты сегодня нам продемонстрируешь несколько своих песен с небольшими пояснениями, да? Вот, да, я еще хотел тоже такая, ну, сюжет, что ли, да, нищий духом, духом нищий, да. Вот, блаженный нищий духом. Да, блаженный нищий духом. Что и вот это, для да? меня это было как бы, ну, вот думаю, что значит нищий духом, да? Вот. И вот тут у меня как бы тоже этот вот сюжет давно-давно крутился, я тоже где-то его вычитал. Угу. И вот у меня он стал сочетаться, что безропотным терпением скорбей. И вот многими скорбьми входим во Царство Божие. И вот этот вот такой вот образ, да, человек прекрасен в горе, что когда вот он раз, и тогда вот он становится... Приходит в себя, да? Да, да, вот, самим собой. Да, к сожалению, человек вот по своей, так сказать, гордыне, он зачастую, да, пока у него все хорошо, пока нету скорбей, он, у него все хорошо. А вот когда он в горе, он становится действительно нищ духом, и вот и он от своей беззащитности обращается к Богу, вот как ребенок. Человек прекрасен в горе, беззащитен, ищет Бога, и во взгляде, то есть в взоре, виден путь, а не дорога. Чистый сердцем, духом нищий он, пренебрегает веком. Во Христе, а не по Ницше, становясь сверхчеловеком. А вот давай сразу попробуем. «Доброта». Как она родилась, эта песня? Вот «Доброта» тоже, эта идея у меня давно крутилась, что вот такой образ, что ну, Бог, он как-то проявляется в доброте. Вот если человек как-то
делает какие-то поступки, не, вот, не видимость создает вот своего, а вот он просто делает, как бы, да, когда там правая рука не знает, что левая делает. Христа ради. Да, 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 вот. И вот в этой доброте как-то вот... И вот этот образ, он у меня давно уже был. И вот тут у меня как-то так вот просто, что человек вот от доброты, что вот его вот раз, и он берет и делает. И доброта – это такая чудесная сила, которая тленное превращает в вечное. Вот. Где доброта, там истина живет. Не каждый это в жизни познает. Иной познает, когда слишком поздно, когда уж не помогут даже звезды. А доброе оно — любовь и свет, и краше доброты деяния нет. Цветок и солнце — вот ее друзья, нам без нее никак прожить нельзя. На доброте держится земля, на злобе не построишь счастья. Природа за добро свое горда, поймите это срочно, господа. Природа за добро свое горда, поймите это срочно, господа. Спасибо, Господи. Мне тоже близки миниатюры. Когда говоришь мало... Ну, и прочувствовано, и это для тебя вот исходит из сердца, все твои размышления. Вот. А немногословие, вот, не скроем сейчас, что много словоблудия. И сейчас на эстраде появляется, и среди православных тоже. Идет текст, 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 примитивный какой-то аккомпанемент. Ну, хотя... Что может быть короче и лучше молитвы Иисусовой, да? Да, Господи, вот... Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Вот наша главная песня, да, христианина. Да, вот это действительно я... И наша-то задача, наша задача передать, да? Как-то. Да, вот я даже не то, что я так умышленно стараюсь, а вот у меня как-то само выходит, что я вот чувствую, когда вот меня посещает какое-то настроение, какой-то образ, и он обычно вот как-то так... У меня даже вот были такие случаи, когда, так сказать, ну, там... коллеги или там слушатели, а почему так коротко, что вот, а надо продолжение, надо еще пару куплетов. И я вот, мне тоже вот, мы там работали с одной женщиной, она тоже занимается там детским хором, ну как детским, таким подростки там. И она говорит, что вот, Егор, очень хорошая песня, но короткая, ты не мог бы еще придумать пару куплетов? Ну, я говорю, ну, для вас бы мог, наверное. Сел придумывать и так, и этак, и так. И... Нет, я думаю, все. Я говорю, вы меня извините, но больше что-то ничего. У меня тоже самое происходит. Есть песня у меня, которую я уже 20 лет пытаюсь... Все просят продолжение, а у меня один куплет. И что только не придумал, ничего не получается. Я хочу с тобой тоже поделиться песней. Вот как раз слушаю тебя. Она короткая, но там... Музыкальное такое соображение немножко развернутое. Вот, ну, слов мало. Она называется «Нагорный свет». Thank you.
горний свет, в родимый дом душа летит, а бренное потом. Когда бы знать, зачем ты тут, зачем в тебе любовь и страх живут? Задаешь вопрос, сам на него думаешь об этом и хочешь, чтобы тоже другие как-то да, подумали, вот это... что такое там любовь, что такое страх Божий, да? Страх Божий – это есть любовь. Это вот… Начало премудрости – страх Божий. Конечно, вот это вот в этих двух словах очень много почвы такой для размышлений, что… Вот, казалось бы, да, любовь и страх, ведь нельзя каким-то страхом понудить любить. А ну-ка, люби меня, а то я тебя поколочу. Ведь любит же добровольно, от сердца. Но если вникнуться, что вот действительно... Но это не такого характера страх. Это вот страх именно какой-то благодатный, спасительный. Это трепет. Это трепет, это очень важно. Любимое существо. Да, вот в том-то и дело, что вот я и хотел об этом сказать, что вот я очень вот это вот сейчас меня тоже тронуло, потому что у меня были вот эти вот переживания, что когда я работал, и многое было поставлено именно на страхе, что... хороший человек понадеялся, что я молодец. Но я знаю, что я не молодец. Но я не могу опечалить хорошего человека. Вот. Я должен взять себя в руки и понудить быть молодцом. Потому что хороший человек... И ты не мог 5 месяцев уехать из монастыря. Пока не смирился до зила, да? Да, да, вот как-то так, что... Слава Богу. Такие победы. Бедные, наверное, родственники, они там дождаться не могли. Да, вот пришлось, конечно... Низкий поклон им. Да, вот их терпению тоже, и вообще терпению всех, кто со мной был связан, я низкий поклон и просто огромная благодарность, что я как бы так изначально не думал, но я вот... совершенно, вот было так вот иногда трудно, и отчаяние, и вот это вот сознание, что кто-то думает, что я молодец, и я должен не опечалить хороших людей, вот, и я думаю, что по итогу-то я чудно провел время в обществе замечательных людей, замечательно провел время в обществе замечательных людей, и хоть и говорят, что хорошо, где нас нет, а я думаю, что хорошо, где мы есть. Слава Богу за все. Да, слава Богу за все. Мозоли-то есть у тебя на руках? Да. Или не сошли еще? Руки-то еще как бы не отошли даже. Вот. Ну, для тех, кто остался в Петербурге, оставался, ты песню споешь?
Да, вот у меня как бы такая, ну, я очень люблю свой город, и вот эта вот петербургская тематика, даже вот эту песню почему-то полюбили мурманчане, «Воскресная школа, православный Мурманск». Вот, она имелась, и вообще вот даже люди не петербуржцы, тоже вот у меня были с юга друзья, и вот так что уже опытным путем я знаю, что это не только петербуржцам, но... Давай. В серых облаках небо над небом, снова в башмаках хлюпают лужи, но мне не нужен золотой песок. Теплых южных морей я люблю свой город, я питерский дожди, я бурый рассвет, я белые ночи. Я пришлю свой портрет по электронной почте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ведь это там хорошо, где на сне жаркий пляж чужих берегов манят чудаков. Сети наших идейных врагов. А я люблю свой город, наверное, я патриот, ведь я питерский дожди. Я хмурый рассвет, я белые ночи. Я пришлю свой портрет по электронной почте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я думаю, многим петербуржцам понравится не только, да, как уже мы выяснили, да, эта песня. Вот это как бы... Привет такой из Петербурга. Привет из... Да. Хотя, ну, считается, что это там город дождей, такой пасмурный, суровый город. А тут достаточно солнечных дней, и даже вот этот контраст, что когда вот дожди, дожди, и вдруг раз солнце, и его особенно ценишь, и ему радуешься. И такую историю слышал. Идет мужчина по пляжу, бледный. Он спрашивает: ты, брат, ты откуда? Я из Петербурга. А что, у вас там лета нет? Да было, но я в этот день работал. А, вот так, да. Редкие у нас солнечные деньки, да, ну, поэтому люди умеют радоваться. Да, я представляю, как унывают там в жарких странах, у них постоянно солнце, постоянно зелень. Вот я бы еще хотел такая вот композиция, так сказать, наш нематериальный актив, вот, потому что есть вещи, которые нельзя купить или продать, да, есть какой-то вот нематериальный актив, который не покупается, потому что, ну, что тут, так сказать, чем сейчас вот этот век как бы так выражен, что деньги, вот эти вот престиж, материальные ценности, квадратные метры, рубли, валюта, и вот как-то так вот в этом всем, и чем характерно, что даже среди людей и верующих, и хороших людей, такая развилась тенденция, что мы хотим и Богу угодить, и мамону не обидеть. А есть какие-то вещи, которые, ну, видимо, вот они, да, не продаются, не покупаются, их, видимо, дает Господь по своей благодати, вот. И вот такая вот мои размышления на эту тему. Можно купить устроенный быт за деньги, услуги врачей, еду повкуснее и развлечения. Но семейный очаг
свет в любимых очах, крепкий сон, стук сердец в унисон. Не купишь за деньги, не купишь за деньги. Можно купить множество книг, но не знания. Можно купить склеп, одетый в гранит, вечную память. Но любовь без границ и надежду на жизнь, жизнь вечную, не купишь за деньги, не купишь за деньги, не купишь за деньги. Дорогие зрители, с вами была программа «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. И Егор Борисов, автор-исполнитель православный. Боже всем благословения, Божьей помощи. Христос воскресе! Воистину воскресе!